Ну что, вот она наша красота. Луна, слева Сатурн выше и справа Юпитер выше. 2:31 по Киеву. 9 июня 2020 год. Харькове на 50-й параллели. Разве не красота? Ну что, начнем с Сатурна. Нашего окольцованного. Поснимал я на ручных настройках, вроде даже очень неплохо получилось. Сейчас попробую на автомате все отследить. Трамвайчики уже забегали. Ну, похуже, конечно, похуже. Кольца все равно видно. Но явно света многовато. Сейчас попробую с резкостью поиграться. От штатива. Так, что я озвучивал расстояние. 1 383 000 000 км до Сатурна с его колечками. Что приводит меня в дикий восторг. Обычным фотоаппаратом снимаю. Ну, как обычным. То есть с несменным объективом. Мыльницей, грубо говоря, хотя, конечно, язык не поворачивается. Фотоаппарат со 125-кратным оптическим увеличением. Nikon Coolpix 5000. Назвать мыльницей, но по факту несменный объектив. Слушай, да что там такое? Сейчас я извиняюсь. Это, наверное, опять эти спутники. Наверное, упустил опять. Но видно, это они не единственные пролетают. Ладно, чуть попозже еще тогда сниму, если буду. Второй спутник уже пролетает рядом с Луной. Как раз добавляю там в триаду. Красоты. Ха. Ну да, это могут быть только эти линковские, старлинковские спутники. Что же еще может так очередями летать? Ладушки, что у нас? Сатурн уже был. Поехали на Юпитер. До Юпитера у нас
648 миллионов километров по сравнению с Сатурном рукой подать. О, уже даже вижу спутнички. Жалко, у нас Ио уже спряталась, наверное. Фу. За Юпитер. Зато вот это справа Каллисто, потом идет Европа. Да, Ио сейчас аккурат. При таких настройках, конечно, никаких полос не видно, но зато видно спутники. Охота посмотреть полосы на Юпитере, это будет в предыдущем дубле. Там только Ганимед был виден. Мутненько, слабенько, дохленько. Но зато были видны полосы на Юпитере. Контрастность чуть-чуть другая. Светосила, может. Ну, где ты делся? Вот он наш красавец. Ну, давай попробуем опять с резкости поиграться. Не надо было этого делать. Лучший враг хорошего, что называется. Кусали меня комары, зараза. Где же наши спутнички? В смысле искусственные, не Юпитер, а... Так. Каллисто – это Европа, и вот Юпитер. Красавец. Так, ну что, сейчас, наверное, уже даже попробую на Марс навестись. Сейчас сниму Луну. Ганимед остался у нас в кадре. Она наша Троица. Да, кстати, Троица была когда-то. Так она позавчера. Кто верующий?
Сейчас мы за свет этот уберется. Пожалуй, вот так. Так, это у нас кратер. Какой? Платон, да? До Луны 383 тысячи километров. Это уж точно рукой подать. Так, ладушки, сейчас попробую на Марс навестись. Для полного комплекта. Ну, получится, значит не получится. Наверное, все-таки не получится. Есть у меня подозрение, что это ну, с рассветом, подождем рассвета. Лады. Оставим опять в кадре нашу триаду. Два 43 по Киеву. 9 июня. 2020 год, Харьков, 50-я параллель. Ждем рассвета. С рассветом будут менее контрастные, более четкие съемки на видео. До рассвета уже недолго уже. Я вижу, на востоке светает.